В 1973 году испанский архитектор Рикардо Бофил купил завод времен Первой мировой войны недалеко от Барселоны. Он сразу же увидел в здании потенциал и начал превращать его в свой дом. После нескольких лет частичной перестройки, его команда приступила к отделке интерьера и созданию современного жилья. Старый завод был полностью преобразован в потрясающий уникальный дом. «Цементный завод – отличное место для творчества», – пишет Бофил на своем официальном сайте. Каждая комната оформлена с особой целью, в доме нет двух одинаковых помещений. Это похоже на жизнь в замкнутой вселенной, которая защищает меня от внешнего мира и повседневной жизни, пишет Бофил. Здесь жизнь непрерывна, с очень небольшой разницей между работой и досугом. Внутри и снаружи здания есть много мест для отдыха. Рабочее пространство – очень важный компонент этого проекта, ведь команда Бофила использует часть дома в качестве студии. Крыши и стены здания покрыты травой, а вокруг растут эвкалипты, пальмы и оливковые деревья. Это придает зданию таинственный аспект романтических руин, делая его уникальным и неповторимым. Кухня-столовая, расположенная на первом этаже, идеальное место для семейных встреч. Несмотря на невероятную трансформацию, на заводе по сей день ведутся ремонтные работы. Бофил сравнивает постоянную эволюцию проекта с эволюцией всего образа жизни и творческого видения. В Ля Фабрика всегда будут производиться какие-то работы, и в этом ее символическое очарование. Любое пространство может стать чем-то новым и красивым, достаточно только творческого мышления. А вы бы хотели побывать или пожить в таком доме? Напишите в комментариях. А на этом все, ставьте лайк, если понравилось видео, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.